Я думаю, что все-таки они в начале своего пути, и поэтому для них это еще должно все быть в радость. То есть, наверное, опытный футболист, который отыграл 15-20 лет, наверное, каждый год для него уже как бы накопилось, для него, наверное, намного сложнее. А молодой футболист, он наоборот должен еще к этому относиться совсем, все принимать в радость. Всегда привет, кому родителям? Привет родителям. Мне приятно. Первый раз это было, правда, вау, потому что сменили обстановку. Я до этого почти никуда не ездил. Я понимаю прекрасно, что он не может сразу целой группы перейти в главную команду. Конечно, я верю, что у многих ребят большой потенциал, и каждый из них может достичь больших результатов. Немножко скучаем, конечно, по родным, близким, по родителям, по девушке. Ребят, гол считается забитым, когда вся команда до середины вышла. С каждой тренировкой как бы какая-то небольшая прибавка идет, и это чувствуется и по движению, и по скорости, там, владение мяча, передач, все это как бы ощущается. Видим, что ребята с большим энтузиазмом стараются. Конечно, немного устали уже и психологически, и физически, но работаем, чтобы хорошо подойти к второй части чемпионата. Нас на поле не будет. Мы должны здесь этому научиться. На поле, ну, голый, вы там уже нас не слышите. Это если вы здесь не наработали, там тяжело в игре. Так это осторожно. Мы все время думать головой. Я думаю, что мы, когда начнем вторую часть чемпионата, мы с каждой игрой должны все-таки прибавлять. Ну, ребята разные, конечно, но самое главное, то, что их объединяет, это, наверное, то, что они любят очень футбол и любят Локомотив.